Рассмотрим проблему, часто такую вот встречающуюся. Как правильно заводить бензопилу штиль? Зачастую ее просто нажимают и начинают дергать, что в принципе бесполезно. В первую очередь, что мы делаем? Вот, допустим, вы купили бензопилу, штиль, залили, соответственно, бензин. Так, тут немножко есть. Вот, залили маслица для смазывания цепи. Первый пуск. В чем заключается первый пуск? Нажимаем курок газа до конца и закрываем заслоночку до конца. Отпускаем все это и начинаем продергивать. Вот это первый пуск. После этого дергать пилу бессмысленно. Надо вернуть язычок, вот он дальше не пускается, в полуоткрытое положение. То есть там открывается заслоночка. После этого скидываем газ, все встает на место. Это что касалось холодного пуска. На горячий пуск пила уже прогрета. Просто включаем без каких-либо манипуляций. Включаем язычок до первого положения, до единички. И заводим. Вот и все. На экране вы видите номера телефонов. Обращайтесь к нам за консультацией. Консультация у нас бесплатная. Меня зовут Дмитрий Егорушин, мастер по бензотехнике, по двухтактной, четырехтактной. Я вам дам консультацию опытную, грамотную, что-то подскажу. Если вам это видео было полезно, поставьте лайк. Спасибо за внимание, всего доброго.